Здравствуйте, друзья! От ваших блогеров-передвижников большой передвижной привет из города Сунивел. Значит, в связи с событиями тут, выступлениями, протестами, безобразиями всякими и так далее, идет дискуссия в обществе, что делать, вот как вот этих людей, которые протестуют с одной стороны и безобразничают с другой, это разные люди, как вот так сделать, чтобы они как-то влились, что ли, в общество, так можно сказать, и все было хорошо. И я вспомнил в связи с этим анекдот. Анекдот старый, там, 60-х годов, но это не важно. Президент США, Франции и Советского Союза, ну, пусть будет Брежнев, они втроем собираются и обсуждают вопрос, вот как, например, сделать так, чтобы кошка начала кушать горчицу. И вы понимаете, друзья, что кошка горчицу есть не хочет, потому что горчица щиплется, и вообще это совершенно не кошачий предмет. Но вот как это сделать? И президент Франции говорит, только уговорами, только лаской, только вот так, знаете, чтобы она вот как-то вот ее так побудить, чтобы она сама это начала делать. И так он начинает киску эту гладить, и так вот ее подталкивает там к баночке с горчицей, она крутится, вертится, и в итоге, в общем, смывается, не ест горчицу. То есть либерализм никак не проходит. Тогда президент Соединенных Штатов, ну, в конце концов, пусть будет, я не знаю там кто, Никсон там, я думаю, что это Китай, явно был. Китай. Светочка, явно республиканец, Никсон или, может быть, даже Рейган, говорит, нет, говорит, ребята, надо жесткие меры предпринимать. Говорит, либерализм не работает. И берет эту, значит, кошку за шкирку и морду ее в эту горчицу, бух-бух, та выбивается, царапается, кусается и, в общем, убегает. И наш генеральный секретарь, пусть будет Брежнев, и Хрущев тоже неплохо, вот, смотрит на это на все и говорит, угу, говорит он, берет горчицу и мажет этой горчице кошке вот под, там, под хвостом. Под хвостом, вот хорошее слово, под хвостом. Ну, оно щиплет, конечно, вы понимаете, это не то место. Оно, и кошка начинает лихорадочно слизывать эту горчицу. На что товарищ Брежнев, он же Хрущев, назидательно говорит, добровольно, только добровольно. И я, правда, знаете, сейчас не знаю, я не знаю, вот примитивно в ситуации вот с тем, что происходит, я не знаю, что это за подход такой вот, где добровольно, вот что это такое, как его охарактеризовать, вроде не консервативный и уж тем более не либеральный, а какой-то такой, может быть, даже Света, жесткие какие-то методы, я не знаю. Ну, в общем, жесткие морды будут, тут да, это ничего не, да, получится. Ну, не знаю, в общем, сами они, да, их ставят в такую ситуацию, когда вроде бы и не хотел, а уже слезал. Вот, друзья, к вопросу о современных политических проблемах и как они неразрывно связаны с тем, что происходило в жизни общества, ну, буквально, вот, на нашей памяти.